Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня наша задача спалить страхи. Что для этого нужно? Все всегда задают вопрос, как это сделать? Ребят, берем листок ватман и пишем страхи без каких-либо сомнений. Их нужно писать, выписывать все до одного. Это реальное, как сказать, тренинг, который нужно сделать. Ватмана нету, склейте 8 листов А4. Вот такой ватман большой получается. И сейчас вместе с вами идем спалить страхи. Это ватман мой со всеми страхами, о чем я вам сегодня говорила. Сейчас сказала, что мы идем их спалить. Я вам сразу говорю, ребят, ничем не обливаем ватман. Страхи должны гореть сами, мучительно, болезненно, долго, но сами. Вот и догорает. Ну что, ура, новая жизнь, новые цели, новые задачи, достижения и принципы. Такой маленький кусочек не хочет догорать. Но он сгорит. А теперь, ребята, необходимо развеять весь пепел по ветру и наслаждаться новой жизнью.